Я готова. Давайте тогда. Значит, ко мне, как председателю Совета солдатских матерей Костромской области, обратились матери, жены и родственники мальчиков, которые попали в плен на территории Украины. Я прошу президента нашей страны и министра обороны, прошу вас помочь вызволить их из плена и вернуть их нам живыми. Кратчайший срок. Ну, в кратчайший срок, как там получится? А пусть. Ну, в кратчайший срок. Пусть стараются. Вот. А теперь пусть они говорят, где Оля? Да я здесь. Вот. Так. Уважаемый президент, министр обороны, военачальники, мой ребенок, почтовик Егор Валерьевич, находится сейчас в плену на украинской территории. Я Христом Богом вас умоляю, отдайте мне моего ребенка, верните его живым. И также всех остальных мальчишек, которые с ним находятся в плену. Сын, мальчишки, мы вместе с вами. Ребята, мы в любом случае вытащим вас из этой передряги. Если военачальники не пойдут на это, пойдем мы, матери, ваши матери. Угу. Я мама Сергея Архипова. Сережа, мы тебя любим, мы тебя ждем, мы делаем все, что мы можем. И обращаемся ко всем. Помогите нам. Я мама Сергея Смирнова. Мы просим президента и министра обороны, чтобы он помог в разрешении этого конфликта. Чтобы ему потом послали ребят, если что-то делают. Чтобы вернулись все живыми. Помогите нам, пожалуйста. Я жена Алексея Генералова. Леш, мы тебя любим, ждем дома. Спасите их, помогите, верните нам их домой, обратно живыми и здоровыми. Обращаюсь ко всем, ко всему правительству, к министру обороны, к президенту. Верните нам их, пожалуйста, скорее.